Завершается и сезон ремонтных работ на городских улицах. В Твери закончен ремонт на одной из основных транспортных артерий в центре города – улице Новоторжской. В этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» там отремонтировали проезжую часть, тротуары и благоустроили прилегающие территории. Теперь по всей длине улицы Новоторжской новое дорожное покрытие. Тротуары с обеих сторон заменены опорой освещения, а воздушные линии электропередачи расположены под землей. Представители администрации Твери, дирекции территориального дорожного фонда Тверской области, контролирующих организаций и общественности проводят проверку выполненных работ на объекте. На улице Новоторжской выполнены работы по ремонту покрытия тротуаров, по замене асфальтобетонного покрытия на проезжей части. Традиционно в этом году на тротуарах уложена тактильная плитка на сходах. Разметка на проезжей части выполнена термопластиком. Силами Тверьгорэлектро произведена замена опор электроосвещения на новые, современные, оцинкованные. Работы в рамках нацпроекта БКД в этом году затронули 54 объекта. За весну, лето и осень в Твери отремонтировано более 50 километров дорожного полотна. Сейчас финальный этап. Межведомственные комиссии заканчивают работу на всех объектах. Дорожная кампания, проводимая в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в городе Твери, завершена на 98%. Хочу отметить, что нам удалось завершить дорожные работы, предусмотренные двухлетним контрактом. Организация с поставленной задачей справилась. Осталось несколько объектов, где мы доделываем тротуары. Уже известно, что в следующем году ремонт тверских улиц будет продолжен. Еще 32 объекта вошли в план работ. В рамках национального проекта с 2019 по 2024 год в Твери запланировали обновить, то есть основательно отремонтировать, 265 километров дорог. На сегодняшний день основная часть, порядка 200 километров, уже отремонтирована.